Я еще раз покажу узел Абердина или последний узел непрерывного лапаротомии. Итак, в одной руке у вас петля, в другой руке нить. Вы делаете полупетли. Одинарно, в данном случае я показал одинарно, можно первую двойную сделать. Как правило, 4 полупетли и потом 2 поворота нити. Вот и все. Очень простой узел.